На первый взгляд, это обычный урок физкультуры. Дети играют, шумят, а мячи разлетаются так, что только успеваешь уворачиваться. Спортивная деятельность – часть насыщенного дня в пришкольном лагере. Такой досуг точно не сравнится с домашним отдыхом. Развлекать и развивать детей нужно разносторонне. Креативно в лагере подошли и к занятиям по рисованию. У них есть краски, бумага, но нет кисточек. В ход идут только ватные палочки и иногда пальчики. Одна картина на всю команду – это учит детей работать коллективно. Это у нас командная работа, и мы стараемся не ругаться. А что, часто ругаетесь? Ну, да, можно и так сказать. А почему ругаетесь? Да просто, не знаем. Но мы ругаемся из-за чего-то всегда. Что вы можете поделить, палочки или краски? И палочки, и краски. Мне девочки признали, что они ругаются, когда рисуют. А у вас как в команде? Мы тоже ругаемся. А что ругает? Ну, потому что мы все портим, кашу малашу сделали. Выплеснули энергию, развили творческий потенциал. Пора садиться за парты. Время науки. Весенняя смена посвящена экологии, поэтому детям предложено изучить то, что невозможно увидеть невооруженным глазом. С помощью микроскопа они рассматривают различные предметы – хвою сосны, пыльцу и даже кровь. На прошлом уроке в лаборатории мне понравилось больше всего разглядывать циклопа. Циклоп, по-моему, это такая бактерия. Мне понравилось рассматривать кровь человека. Что там интересного ты увидел? То, что там микробы. Я давно хотел микробы увидеть. Что еще интересного видел, это нога пчелы. Ну, так страшненько чуть-чуть было, но я это уже пятый раз смотрю, потому что дома я еще 4 раза так смотрел. В пришкольном лагере дети проводят дни с пользой, причем не только для себя, но и для школы. Во время смены они внесли вклад в будущее озеленение территории, посадили рассаду цветов, которые летом будут украшать клумбы. Анна Корязина, Николай Гаркуша, специально для новостей.